Итак, я в Лазаревском, в Сочи, на колесе обозрения. Была возможность выбрать закрытое место, как в карете, вот, а я выбрала такое открытое. Мне показалось это прикольно, чувствую там дуновение ветра и все такое. Но на самом деле это оказалось не так прикольно, как я думала, потому что здесь я прочно зафиксирована. Вот, видите? Ну, вот здесь вот такие крепления, они опускаются, то есть это будет вот так вот. Я прочно зафиксирована, и я не могу вертеться туда-сюда, то есть по факту мой обзор довольно ограничен. А если бы я была в открытой, я думаю, там бы так сильно не крепят. Ой, то есть в закрытой, там так сильно не крепят. О, видно, кто-то плавает. Вот, и у меня было бы больше возможности вертеться по сторонам и видеть вообще, что происходит. Так что, если поедете, наверное, все-таки лучше берите закрытую. О, боже, я вижу море. Это шикарно. Я вижу крышу, я вижу небо. Это просто божественно. У-ху-ху. Ладно, я дальше не буду снимать, потому что хочу насладиться всей этой красотой.